Браво, браво. 1-4, минус 1, будет ли дальше? Зато есть инфа по оставшимся игрокам под Б-плентом. Эдвард уже префайром так стен. На всякий случай, минус 2. Эдвард, великолепное движение. На минус 3. 1 в 1 остается Эдвард против, конечно же, таза. Не, очень сложный раунд, времени хватает для того, чтобы поставить бомбу. И если Эдвард возьмет этот клатч, это будет хайлайт года. Ну что же, Эдвард, если ты возьмешь сейчас этот раунд против Virtus.pro 1-4, это, мягко говоря, не то, чтобы будет шоу, это будет незабываемо. Это может быть эйс от Эдварда, в зависимости от того, кто как сыграет, Эдвард или Таз. Давайте посмотрим, Таз выходит, тайминги. Эдвард!